Игрок ЦСКА Имран Фиров. Имран, победа твоей команды, забитый тобой мяч, солнышко выглянуло на вашу игру. Может ли этот день быть еще лучше? Да, надо дальше так продолжать, побеждать. Сейчас главное не расслабляться. Впереди серьезный матч Локомотив, Краснодар. Надо забирать свои очки и подниматься в турнирной таблице. Насколько вам проще становится от того, что вот сейчас несколько игр подряд и все в Москве, и никуда не надо ездить? Как это на подготовку влияет? Да, в Москве играть всегда легче, потому что дорога не заморачивает. Будем играть, побеждать. Насколько команду вот этот вот пропущенный перед перерывом гол, который, казалось бы, никак вообще из логики матча не вытекал, насколько вот он психологически повлиял на команду, не надломил ли? Да нет, просто концентрации до конца тайма не продержали, пропустили. Во втором тайме собрались и на ноль сыграли. Ну и по твоему голу был момент, у тебя передача не прошла, потом как-то ты протиснулся, как вот из твоих глаз этот забитый мяч выглядел? Да, просто разобрался на технике, забил гол, все, что должен был сделать, сделал. Тогда красавец. Спасибо. Почаще так. Защитник юношеской команды Строгино Олег Чиналиев. Олег, что такая за неприятная серия сейчас у Строгино? Вот. Если в первом круге очень много ничейных результатов было, то сейчас вот какая-то яма вообще без очков. С чем это можно связать? Ну, не знаю, игра складывалась в целом хорошо. Пропустили два каких-то неуклюжих гола. Потом в целом хорошо играли. Будем справляться в дальнейших играх. Надеюсь на серию побед дальнейшую. Хорошо, спасибо тебе. Желаю удачи. Главный тренер юношеской команды ЦСКА Валерий Минько. Валерий Викентьевич, как оцените игру ваших подопечных сегодня? Продержались, устояли, удержали вот это минимальное преимущество и в целом даже, наверное, были ближе к тому, чтобы забить третий мяч, чем пропустить второй? Ну нет, почему? Первый тайм достаточно хороший тайм, мне как бы он понравился и с переходами, и в быструю атаку, и позиционно. А во второй тайм действительно, да, мы чуть подсели, получается, произвели замены. Поэтому второй тайм, скорее всего, Строгино доминировал в этом матче. И причем достаточно хорошо контролировал мяч и держали. Но тут нам не хотелось, скажем так, при обороне синхронности, чтобы перестроение тут по одному выбрасывались, поэтому были проблемки у нас. В перерыве решили заменить Кириченко, свою главную ударную силу, лучшего бомбардира команды. С чем была вот эта замена связана? Тарасова? Тарасенко? Тарасенко, да. Ну да. Не, ну... Ну, как говорится, чуть Иван не вписался, скажем так, в игру в эту данной ситуации. И поэтому решили поменять, чуть усилить атаку. Но, как говорится, чуть-чуть ошиблись. В целом, с хорошим настроением подходите, и дальше у вас тоже серия игр в Москве. Как настраивать вот команду, там впереди еще и Краснодар потом будет, который там один из лидеров турнира. Как набрать вот максимальное количество очков за вот этот август, который у вас, скажем так, без полноценных выездов будет? Знаете, я с 2003 года работаю в Академии ЦСКА, поэтому для меня каждая игра как последняя. Поэтому футболисты всегда говорят, ты выходите как на последнюю игру. Выигрывать, а потом, как говорится, цыплят по осени считают. А там как получится. Но каждая игра должна быть как экзамен для них. Сегодня я второй тайм не увидел у них их сдачи экзамена. Они просто отбыли номер, честно так говорить. Поэтому футбол такая игра, понимаете, оборона это система, а атака это импровизация. Я от них все время требую в атаке импровизации. Ну, сегодня чуть не получился второй тайм. А так, в принципе, еще раз говорю, каждая играет, как последняя должна быть для них, как экзамен. Что, спасибо большое, с победой еще раз. Главный тренер Строгино Иван Миронов. Иван Иванович, что сегодня не получилось? Вроде в раздевалку забили, должны быть на подъеме эмоциональном, целый второй тайм, но вот забить так и не удалось после перерыва. Исполнительское мастерство, потому что доходили до этих моментов, не могли исполнить. Наверное, все упирается в техническое оснащение, я думаю так. Замена крайнего защитника еще по ходу первого тайма, с чем было связано? Ну, не выполнял те требования, которые, в принципе, перед ним ставились. И там, два мяча, которые были пропущены. То есть, как я... Надо пересмотреть матч, но там отчасти тоже пару эпизодов с его участием. Поэтому приняли решение поменять. В принципе, я считаю, что замена сыграла. И
игрок, который вышел на его позицию, достаточно неплохой матч провел. Ну, после этого достаточно долго потом не было замен, вот уже буквально там перед последними завершающими минутами выпустили Пихнова. Нет ощущения, что надо было раньше как-то освежить, добавить какой-то новой идеи на поле? Я бы с радостью освежил игру. Ну, понимаем, что те футболисты, которые на данный момент играют, пусть даже они не лучше там матч проводят, но на данный момент они смотрятся в тренировочном процессе лучше, чем те игроки, которые у нас есть в обойме. Это мне очень грустно, работаем, потому что видите, что футбол такой, спады, подъемы. Сейчас определенный спад, также у игроков. Сейчас там кто-то смотрится чуть лучше, кто-то чуть хуже, и это все меняется, все выравнивается со временем. Ну, тогда желаю удачи, чтобы это поскорее выровнялось. Спасибо.